Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Передо мной находится устройство Redmi Note 11. И сейчас я покажу вам, как сделать серию фотографий на данном устройстве. Для этого мы включаем камеру. И далее все, что нам нужно сделать, это зажать наш затвор. И таким образом мы сделаем серию фотографий. Потом мы можем войти в галерею и, например, выбрать какие-то фотографии, какие-то оставить, а какие-то удалить. И на этом все. Спасибо за просмотры, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.